вновь подорожает почти в 15 раз. 17 ноября в Иркутской области увеличатся штрафы за браконьерство. Теперь за каждого эндемика придется заплатить штраф в 3,5 тысячи вместо 250 рублей, как это было раньше. Также изменится наказание за незаконный вылов хариуса, линка, сазана и щуки. А что, хорошее дело, и браконьеров, может быть, меньше станет, да и бюджет страны увеличится.